кратко, Xiaomi Mi Home – это умная домашняя система, которая позволяет контролировать умные гаджеты, умные приборы, которые можно выключать, включать, контролировать через телефон, или которые могут сами себя контролировать при определенных условиях. Эти условия можно указывать в программе Xiaomi Mi Home в закладке автоматизации, и в этих автоматизациях можете контролировать все свои умные гаджеты так, как вы хотите. А это мои лучших автоматизации, которые мне больше всего помогают в доме. В главном устройстве есть такие функции, как издавать звуки. Также хорошая функция – это открытая-закрытая дверь. И ее можно использовать в автоматизации, чтобы тебя оповестило, когда открывается дверь. Очень нравится функция движения, которую я поставил на кухне, чтобы включались лампочки над столешницей и аквариум в одно и то же время при помощи двух умных розеток. Автоматизация в туалете на движение, которая включает умную лампочку. Автоматизация в темной на открытую-закрытую дверь, которая включает лампочку. И самое удобное, это, наверное, датчик движения, который включает ночник на главном блоке управления. Теперь о проблемах. Одна из больших проблем – это сервера, на которых находятся данные, и при попытке редактирования или создания автоматизации могут быть большие сбои. Например, ты не сможешь сохранить или сохранить с 10-го раза. Другая проблема с Wi-Fi, то есть чтобы данные переходили по гаджетам, надо, чтобы было хорошее соединение с интернетом, с Wi-Fi. Таким образом, надо ставить свой Wi-Fi установку так, чтобы везде доходила связь до девайсов. Еще одна проблема – это когда твои девайсы европейские, а ты купил китайскую, то они к твоей системе не подойдут. Еще одна проблема – это когда пропадает свет, часть автоматизации сбивается, и их надо настраивать заново. То есть там зайти, поменять функцию, сохранить, вернуть обратно, только тогда она заработает. Сама система мне нравится. Все просто и много функций есть, и обновления приходят. Может быть, сервера и глючат иногда, но они работают. И много в чем помогает система. Например, оповещает, когда там кто заходит и так далее. То есть ты можешь контролировать по интернету, не находясь ни дома. Но я бы эту систему не рекомендовал бы пожилым, потому что когда выключается, например, свет, пропадает связь или еще что-нибудь, то есть такой нюанс, что все или часть автоматизации собьются, и их надо будет настраивать заново.